Уважаемые коллеги, дорогие друзья, уважаемые ветераны, хотелось бы от всей души поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством. По традиции, в канун Нового года мы подводим итоги года уходящего. Можно сказать, что уходящий 2018 год был для нашей компании в целом удачным годом. Этому очень способствовала конъюнктура рынка, хорошие цены на нашу продукцию. Но, конечно, прежде всего, результаты «Северстали» достигались не столько благодаря конъюнктуре, сколько благодаря усилиям наших сотрудников. Это очень отрадный факт, и хотелось бы отметить это. И сказать большое спасибо всем работникам «Большой Северстали», различных наших активов, кто своим трудом создавал результат 2018 года и в целом все наши успехи. Конечно, несмотря на наши успехи, есть серьезные вызовы, с которыми мы сталкиваемся и которые, несомненно, останутся в 2019 году. Это как и внутренние вызовы, наша необходимость улучшать безопасность труда, клиентоориентированность, реализовывать нашу стратегию, так и внешние вызовы. Мы понимаем, что конъюнктура 2019 года будет непростой. Мы ожидаем возможного ухудшения ситуации на наших рынках, снижения цен на нашу продукцию. Но при этом у нас есть наши завоевания, наши достижения, есть наши программы и планы, есть наша стратегия. И опираясь на все это, опираясь на наши наработки, опираясь на, прежде всего, наш коллектив, наших работников, мы сможем противостоять любым вызовам, которые принесет нам 2019 год, и снова добиться успехов. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поблагодарить вас, уважаемые коллеги, и ваших близких, пожелать вам здоровья, счастья, удачи, бодрости духа, свершения ваших надежд и мечтаний. Всего самого лучшего. Большое вам спасибо. С праздником вас наступающим. С Новым годом и Рождеством.